Сенсация от НАСА. В эти минуты в США проходит срочная пресс-конференция, на которой журналистам сообщили, обнаружили сразу несколько планет, условия на которых очень схожи с земными, а значит, возможно, мы не одиноки во Вселенной. За новостями из НАСА следит в Соединенных Штатах мой коллега Дмитрий Анопченко. Дим, здравствуй. Значит ли это, что НАСА обнаружила жизнь за пределами Земли? Катюш, ну это вопрос, который все себе сейчас вот в эти секунды задают. Действительно, то, что сообщили в НАСА, это мировая сенсация. Мы в Лос-Анджелесе сейчас. Пресса собралась, чтобы следить за событиями Оскаровской недели. Все плюнули на кино, все следят за тем, что происходит в НАСА, чтобы ответить на главный вопрос. Те фантастические фильмы, фантастические сюжеты. Вы все видите эти голливудские боевики. Есть ли в них правда, есть ли в них реальность? И НАСА заявила, что действительно такая возможность есть. Впервые в человеческой истории, без преувеличения это скажу, вот вы сейчас увидите кадры из пресс-конференции, НАСА объявила о том, что очень недалеко, всего лишь в 40 световых годах от Земли, в сторону созвездия Водолея, обнаружена звездная система под названием TRAPPIST-1. И там не одна, не две, а целых 7 планет, которые могут быть схожи с Землей, схожи по условиям. Там может быть вода, там могут быть океаны, там может быть атмосфера. И, как заявили в НАСА, на 6 из них потенциально может быть жизнь. Когда мы говорим о жизни, то очень часто в НАСА говорили, ну, допустим, там, говоря о внеземной жизни, мы можем и бактерии обнаружить, еще что-то. На этих планетах может быть, в принципе, жизнь потенциально похожая на земную. Именно поэтому сейчас НАСА не говорит, они только с помощью телескопа обнаружили эти планеты. Есть ли там жизнь? Есть ли жизнь на тех планетах? Совсем как в карнавальной ночи. Науке это неизвестно. Но вот именно сегодня с этого объявления стартует грандиозный проект по поиску неземной жизни. Не просто где-то в космосе, а на конкретных планетах, на которых очень похожа жизнь, похожие условия на Землю, на вот ту планету, где мы сейчас находимся. Студия Киев. Дим, спасибо тебе за сенсационные новости.